Слово не воробей. Ошибка WhatsApp позволяет читать удаленные сообщения. Пользователи популярного мессенджера WhatsApp нашли способ добраться до удаленных собеседниками сообщений. Об этом рассказало британское издание Mirror. Способ установить удаленные сообщения использует функцию резервного копирования. У большинства пользователей WhatsApp создает резервную копию всех переписок в 2 часа ночи. Восстановить удаленные сообщения можно, если копия с ними еще не обновилась, а устройство не перезагружалось. Способ работает на смартфонах Android, iPhone и Windows Phone. Функция удаления отправленных по ошибке сообщений появилась в WhatsApp уже больше года назад, но имеет довольно жесткие ограничения. Например, удалить можно только с течение часа после отправки. Таким способом разработчики позаботились, чтобы пользователи не удаляли целые диалоги.